22 июня в галерее Art Hall Фонда содействия развитию искусств открылась фотовыставка Степана Рудика «Польска». И самое сегодня, 22 червня, мы урочисто открываем выставку под названием «Польска», которая не потребует перекладу. Фотограф Степан Рудик, який працював півроку в Польщі, зробив більше 45 тисяч знімків, і тільки 50 ви зможете бачити зараз в цій експозиції. Звичайно, дуже така велика праця і така важка робота Степана стосовно цього проєкту. Півроку в Польщі, потім ще багатий час на переговори і влаштування і підготовку спонсорів до цього проєкту. І нарешті сьогодні ми маємо цю чудову виставку, на якій ви можете познайомитись з Польщею, побачити, в чому різниця і в чому співпадає життя наше українське з польським. І це дуже приємно, тому що Республіка Польща, дуже, окрім того, що вона дуже близько до України, вона дійсно по духу дуже близька країна до України. І сьогодні присутня пані Анна Кузьма, радник з питань науково-освітньої співпраці посольства Республіки Польща. І я їй надаю зараз слово. Будь ласка. Ця виставка, так насправді, це фінальна точка стипендії «Гавда Полонія», яка надається дуже талановитим молодим українцям, не тільки, але українці становлять найбільш чисельну групу стипендистів. І серед них є, як самі бачите, неймовірні таланти, яких Польща підбирає, але віддає Україні, щоб показували саме своїм талантом, що нас єднає, наскільки ми можемо бути схожі, а наскільки відрізняємося. Це дуже особистий погляд пана Степана Рудика на Польщу, але думаю, дивлячись на ці фотографії, він з'їздив всю Польщу вздовж і навширш, побачив, на тих фотографіях принаймні, я бачу те, що в поляках найцікавіше, і на таке найбільш притаманне. Рефлексія, містерії, щастя, сучасність, але також шльонські фамільйоки, тобто трошки кусочок польської біди, яка теж вміє на цій біді зараз заробляти, бо це стає туристичною зоною, так якби Донбас міг стати туристичною зоною, показувати постшахтарські краєвиди і клімати. По-перше, запрошую до цієї виставки, вона дуже хороша. Мені тут декілька фотографій надзвичайно подобається, можливо, вони будуть продаватися, так як ми всі повинні жити зі свого мистецтва. Маю надію, що це для вас буде цікава подорож зараз фотографічна до Польщі, але що ця фотографічна подорож спонукає вас відвідати нашу Україну і скористатися тими можливостями співпраці, яка Польща українцям надає. Дякую. Дякую, добре панство. Дуже рад вас як відвідати. Дуже. Мені так робимо більше радості забиття і вас відвідати. Дуже приємно. Дякую. Автор всей этой вот работы, еще поблагодарить людей, которые, благодаря которым эта идея все-таки реализовалась. В первую очередь это посольство Польши в Украине и в первую очередь это Анну Кузьму. Еще поблагодарить фирму «Пластикс Украина», благодаря которой мы напечатались, были на их материале эти на фотографии, и представитель «Пластикс», что у нас Людмила сегодня. Ну, я все сказал, я всем благодарю. Спасибо большое всем гостям, которые пришел сегодня. Без вас бы не было бы сегодня праздника. Вот. И добро пожаловать в Польшу. Я хочу пригласить своего очень хорошего друга и, может,
сказать, наставников, это наш это Юрий Косин. Сначала я хочу сказать о человеческих качествах Степана. Степан работоспособный человек, в меру и по-хорошему наглый, зачастую фанатичен, но судя по его фотографиям, живой, и это самое важное. Вот я вчера был в Мастерском арсенале, и мне было смешно, но не весело. Вот здесь и... А здесь весело, потому что и грустно, и весело, потому что я вместе с автором переживаю и ощущаю жизнь как таковую. Степан затронул множество тем. Каждая из этих тем может иметь продолжение. И не обязательно на польском материале, а может и на украинском. С другой стороны, сложности в современном мире таких выставок, а Степан добавляет как бы классической фотографии. И классическая фотография сейчас востребована только как, ну, как классика выставляется в музее. А современных фотографов такие выставки, ну, как бы мало народ впечатляет. Поэтому я прошу, для того, чтобы увидеть эту выставку, необходимо внимательно посмотреть каждую работу. Ее необходимо просканировать, перевести эту плоскость, уйти от плоскостного видения, перевести это в трехмерное, в четырехмерное измерение. И вы увидите совсем другую, другую жизнь и, главное, глубину. Мне нравится то, что Степан, благодаря своей работоспособности, умению общаться с людьми, находить какую-то уникальность. Я знаю человек 10, которые получили премию польскую. Но из этих 10 наиболее хорошо поработал, это, конечно, Степан. И это тоже радует. Более того, он успел поездить еще и по Европе за это время и тоже много поработал. Уважаемые, не только талант, но вы видите и работоспособность Степана. Вот такая прямая фотография, она, ну, должна заслуженно занять место в нашей жизни. Но при этом мы сами должны быть внимательны к этому изображению. По-особому смотреть на него. Не поверхностный взгляд. И вот я желаю Степану, чтобы его выставку все-таки все мы для начала внимательно рассмотрели и увидели эту глубину. Ну, спасибо тебе, что... С моего позволения, я, как говорить, не умею, я буду с ваших друзей, я не зря буду говорить, да, и меня позволяют. Вообще, попросить своего очень хорошего друга, Виктора Ивановича Нагорного. Я просто так говорю, буду мало. Я что, наверное, среднее между поэзией и фотографией Устёпа. Поэтому родились такие строчки, когда я узнал, что буду сделать выставку. Я прочитаю, потому что я не помню, что пословица гласит: не делай зла другим, верстай свои дела и не мешай прохожим. У всех своя стезя, свой хлеб, свой взгляд, свой рим, свое время колизей, а в колизее ложе. Кому-то не понять, кому-то не постичь, а кто-то зачеркнул былую дружбу спором. Кому-то не вдомек принять, стерпеть, простить и продолжать творить, не щелкая затвором. Он не боится жить, он не стыдится слов, он сбросил дела, он перерезал стропы. Кого-то это рвет, плевать, но он таков, правдив и чист душой. Мой друг, мой добрый Степа. Фотовыставка Степана Рудика «Польска» проходит по адресу город Киев, улица Фроловская, 1/6, галерея «Арт-Холл» Фонда содействия развитию искусств до 3 июля.